Возле Дома культуры села Кустовое собралось почти все село. Ведь сегодня здесь проходит гастрономический фестиваль «Ах, картошка, объедение», посвященное второму хлебу в нашей стране. У нас будет театрализация, посвященная картошке. Красочный хоровод из хореографии детской, из участников школы, дома культуры, детского садика. Это у нас кластер. Дело в том, что наш край издавна славится картофелеведами. Вот. То есть как бы для людей, для половины жителей, это является основным видом заработка, да. И как бы вот при выборе бренда для нашего дома культуры мы выбрали именно этот бренд, «Ах, картошка». Помимо того, что картофель можно есть, из него можно сделать вот такие замечательные поделки, которые сделали ученики школ и детских садов села Кустовое. Здесь есть и ежики, и чебурашки, и даже мишки. В общем, очень универсальный овощ. А для тех, кто не успел позавтракать или проголодался, здесь есть полевая кухня, которая готовит кашу, оладьи и горячий чай. Помимо концертной программы, здесь также представлены мастера вывески по дереву и мастера по чеканке. Все это для того, чтобы людям было не скучно. Но им здесь и так не скучно. Они едят, они поют, они участвуют в конкурсах. И всех здесь объединила картошка. На втором этаже Кустовского дома культуры расположен музей картошки, где представлен не только ее исторический путь в Россию и люди, которые ее сюда привезли, но и несколько сортов этой замечательной культуры, которые выращиваются здесь, в Яковлевском районе. Уже после ярмарки для всех желающих в самом здании Дома культуры пройдет праздничный концерт. Но к любителям картошки приобщился Александр Кобылкин специально для Мира Белогорья.